Проект бюджета Люберецкого округа на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов обсудили на публичных слушаниях. Активное участие в обсуждении главного финансового документа приняли сотрудники администрации, депутаты и общественные деятели. Общий объем доходов Люберец на 2020 год определен в размере 12 миллиардов 77 миллионов рублей. Бюджет округа сформируется за счет налоговых и неналоговых платежей, а также безвозмездных перечислений. Расходы на следующий год превысят доходы, составят 12 миллиардов 389 миллионов рублей. На реализацию 17 муниципальных программ потратят почти всю сумму – 98,5%. Муниципальная программа «Культура» предусматривает средства в сумме 384,5 миллиона рублей. В рамках данной программы будут осуществляться следующие мероприятия, такие как финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений. На реализацию муниципальной программы образования предусматривается средства в сумме 6 миллиардов 690 миллионов рублей. На реализацию муниципальной программы социальной защиты населения предусматривается средства в сумме 197 миллионов рублей. В 2020 году в округе продолжат реализацию 6 национальных проектов. Самое объемное по расходам направление – образование. На строительство пристроек, ремонт, благоустройство и современное техническое оснащение школ потратят более 1 миллиарда рублей. Национальный проект «Жилье и городская среда». Расходы составят 164,9 миллиона рублей. В рамках данного национального проекта будет осуществляться благоустройство Малаховского озера и приобретение коммунальной техники. По национальному проекту «Экология» расходы составят 246 миллионов. В рамках данного нацпроекта будет осуществляться строительство, реконструкция ВЗУ и ликвидация несанкционированных свалок. Во время публичных слушаний собравшиеся также рассмотрели предложения жителей. Так, люберчане попросили пересмотреть тарифы за вывоз мусора, построить бассейн и установить детскую площадку в Малаховке. Власти заверили, что игровая зона уже внесена в план благоустройства на 2020 год. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.